Всем приятного просмотра, всех приветствую, и давайте, наверное, в этой серии мы с вами начнем строить нашу базу. Я думаю, давно уже пора, тем более пятая серия. Так, я немножко здесь полутался, по возможности все, что мог. Немножко выполнял некоторые задания, но не такие, блин, интересные, так что я не стал записывать. Сейчас мы с вами где-то вот здесь построим сейчас изначальную баску. И потом слетаем в два места, это сюда и где-то вот сюда, где кулак, нужно будет выполнить два задания. Ну, точнее, открыть, получается, эти, как его, две дверки закрытые, и посмотреть, что там будет находиться. Так, ладно, давайте забираем все наши инструменты, которые нам понадобятся, вот эти вот штуки. Так, ты мне нужен будешь, ты... Эти мы пока уберем, оно пока мест нам не нужно будет. Так, забрать, забрать. Угу. Туда скинем пока аптечки. Давай вот так вот. Все, да? Хорошо. Тогда давай дрель. Это нам пока не надо. А тебя мы заберем. Просто я не уверен, сколько нам всего этого понадобится. Так, что нам нужно? В руки берем эту штуку. И давайте сначала определимся, где мы будем ее строить. Я думаю, где-то вот тут мы ее поставим сейчас. Только единственное, я не знаю по поводу управления, будет ли у нас тут штурвал, потому что штурвал-то мы изучаем. Четыре штучки нам нужно будет изучить. И сможем ли мы потом управлять всем этим, что мы строим, либо нет. Так что давай, что нам нужно? Нам нужно средний технический отсек построить. Потом малый жилой, да? Металл две штучки. Металл две штучки. Ладно, давай, наверное, построим сначала средний, либо малый жилой. Как думаете? Металл, металл, металл. Хорошо, металл у меня тут вроде где-то есть даже. Сейчас посмотрим. Так, давай сюда. Думаю, наверное, сначала надо будет жилой с вами построить, да? А потом уже все остальное. Так, мне нужно металла. Две штуки, ага, вот тут есть. Так, раз, два, все. Полетели обратно. Не знаю, хватит ли мне материалов полностью на все наши строения. Посмотрим. На крайняк потом без записи пофармлю еще немножко. И построим. Так. Да, давайте, наверное, где-то здесь и будем. Давай малый жилой отсек. Давай, наверное, как-то... Как-то вот так. Ну, либо справа его потом можно построить будет. Вот это я не знаю. Ладно, давай построим средний, наверное, технический сначала. Вот сюда. Есть. Дальше нам нужен будет... Вот, малый шлюз, входной шлюз. Вот, входной шлюз. Сюда мы с вами сейчас поставим. Есть, отлично. Давай залетим. Посмотрим, что нам нужно будет дальше. Дальше нам нужно будет с вами кислород, титан, электроэнергия, титан. Хорошо, нужно будет сейчас летать за титаном. Взять титана и достроить. Ну, чтобы сразу у нас там и энергия была, и кислород. А потом уже разбираться с этими жилыми помещениями. Так. Титан, титан, титан. Единственное плохо, то что я не нашел вот такие вот тумбочки. Это вот жалко. Все, забрали. Забрали титан, полетели. И мне интересно, когда я штурвал себе добуду, я смогу куда-то сюда его поставить и на нем летать. Либо мне потом придется отдельно строить себе корабль. Хотя, в принципе, эта штука-то разбирается. Видите, ее разобрать можно будет, так что
Думаю, можно не переживать, да? Блок. Так, давай энергоблок сначала поставим с вами. Давай, наверное, сюда. Энергоблок. Блин. Ладно, давай, наверное, сюда энергоблок. Есть. Дальше мы с вами ставим кислородный генератор. Давай, наверное, вот сюда. Есть. Дальше что нам нужно? Маленький шлюз. Входной шлюз. Шлюз коридора. Шлюз коридора, да? Так, погоди. Давай вылетим. Ну все, мы здесь можем уже с вами дышать. Это шикарно. Так. Шлюз коридора. Возможно, жилой отсек мы с вами сейчас здесь справа где-то поставим. Либо слева. Сейчас посмотрим. Так. Дай сюда. Так, коридор. Хотя, возможно, можно просто коридор сюда поставить. И сюда шлюз потом присоединить, как думаете? Да, давай попробуем. Если что, потом переделаем. Так, маленький жилой блок. Вот сюда можно. Так, только давай посмотрим, как бы его... Как бы его так уместить. Ну, стой. Вот так вот, да? Давай, наверное. Есть, отлично. Так, не туда. И хотя... Давай возьмем коридор. Поставим вот сюда. И поставим вот такой большой транспортный отсек. Угу. Так, установить. Все, есть, шикарно. Давай посмотрим, как это сверху выглядит. Ну, в принципе, неплохо. Так, а ну, дай залететь. Дай посмотреть. Да, кислорода хватает, все хватает. Энергии нам не хватает, да? На всю эту большую станцию. Так, что мне нужно? Энергогенератор. Давай посмотрим. Модули. Что ты у нас забираешь? Энергия 14, 10, 12. Угу. Давай, наверное, еще мы энергоблок сюда поставим, да? Генератор нужен будет. Сейчас сгоняем, сделаем себе генератор. Угу. Здесь у нас с вами кроватка будет. По-моему, мы даже можем себе кровать делать. Так, другое. Потолок, пол. Где у нас... У нас же вроде кровать была. Так, лавочка. Аквариум. Блин, если я не ошибаюсь, мне вроде... Ага, вот кровать. Рулон, лампочка. Рулон 2. Лампочка 1, хорошо. Исследовательский стол. Генератор. Пошлите посмотрим по поводу генератора. Потому что что-то я не могу понять. Вроде свет должен быть. Света как такового нету. На всякий пожарный, думаю, лучше еще один поставить. Пусть будет лишним, чем его вообще не будет. Сейчас нужно будет сделать генератор. И посмотрим, если у меня сейчас нету тут ресурсов и нужно будет фармить, то полетим, выполним там пару заданий. Так, генератор у нас с вами делается. Где ты? Ресурсы. Индуктор, генератор, шина, да? Электроника. Металл 2, проволока 1. Так, металл 2, проволока 1. Раз, два, раз. Шикарно. Можем даже сделать сейчас. Где ты? Ага, щелочь. Щелочь вроде бы была. Да, вот и. Все, шикарно. Давай, создаем генератор. Полетели обратно. Просто я не знаю, зачем мне вот эти вот дополнительные шлюзы. Но, возможно, мы там что-то сможем установить. Да, и мы можем, конечно, расширяться с вами вверх. Но я же говорю, если меня что-то не устроит, а меня по-любому, наверное, что-то может не устроить, то
Потом просто перестрою это все. Но где-то жить нам нужно, правильно? Так, электрогенератор. Давай, наверное, его куда-то в эту сторону. Все. Есть, что мы смотрим с вами. Кровать пока мест нет. Большое окно, резина, стекло. Все, свет работает везде. То есть реально не хватало генератора. Можно будет здесь потом поставить с вами кроватку, я думаю, куда-то вот сюда. Вот здесь, наверное, у нас с вами будет рабочий стол, ну, для крафта. Вот сюда поставим. А тут, я не знаю, я оставлю. Да, возможно, для такого коридора место. Но чтобы мы могли с вами, если что, то расшириться еще и сюда. Так, что я хотел, что я хотел. Я хотел посмотреть по поводу кроватки. Может, мы сейчас ее поставим, исследовательский стол тоже. Так, дай сюда. Тихо. Так, погоди. Сначала, что мне нужно? Блоки. Лампочка 1, рулон 2. Лампочка 1, рулон 2. Хорошо, погоди. Для рулона мне нужна ткань. Я не уверен, что мне хватит. Хотя, по идее, должно хватить. Лампочка, рулон. Так, давай сюда. Так, раз. Угу, мне еще ткань нужна. Блин, нужно будет подобывать потом ткани. Только где ее добыть бы мне? Хорошо, давай эту штуку возьмем, чтобы не мешало. Соль. Блин, а ткани у меня нету, да? Угу. И разобрать я здесь ничего не могу, к сожалению. Так, недостаточно места. Недостаточно места. Ну, значит, реально придется... Ну да, я ж тебя никак не разберу. Значит, наверное, реально придется потом с вами... А, вот есть, все. Отлично, не придется. Я думал, придется летать и искать... Но не придется, отлично. Кровать нам по-любому нужна, и плюс мне нужен стол. Что мне нужно для стола? Так, алюминий 3. Отлощенная изолента 2. Алюминий 3. Изолента 2. Так, они туда. Раз. 3. И изолента 2 штучки. Нету. Есть. Не хочу просто резину тратить. Я помню, что резина нам еще может пригодиться. Так, где у меня еще изолента есть? Кто мне скажет, где у меня изолента есть? Ладно, придется рулон один потратить резины. Так, ага, 2 штучки. Хорошо. Давай. Шикарно. Идемте ставить стол для крафта. И нужно потом будет отсюда перенести все вещи вот сюда. Наш новый домик с вами. Потому что этот что-то не совсем надежный. То дымит, то искрит. Я уверен, что в новом доме будет нам... Немножечко поспокойнее, согласны? Так, блоки. Исследовательский стул. Давайте вот сюда есть. Так, исследовать. Что исследовать? Использовать. Ля, жвачка. Реактивный ускоритель. Угу. А зачем нам жвачка? Взятка. Так, бластер. Ля, титан 4, очищенный металл. 4.
Так, генератор, электроплазма, компенсатор, энергетическое ядро. А у меня этого нету пока, да? Энергетическое ядро, погоди. Что-то такое, интересно. Если у меня это энергетическое ядро, либо нету. Сейчас будем посмотреть. По-моему, две банки эктоплазмы вроде у нас есть. Где-то вот тут они должны быть, да? Во, это есть энергетическое ядро? Нет, это зарядный элемент. Хорошо, ладно. Нужно будет потом посмотреть, где это находится. Можно будет себе тачку сделать. Прикольно. Короче, я так понял, что база у нас будет стоять на месте, да? Что мы не сможем на ней, наверное, путешествовать. Так, давай еще посмотрим. Так, вот, ага, пылесос. Жвачка. Окей, ладно. Так, а что такое? Кислорода, да, мало? То есть мне нужен еще один кислородный. Так, кислородный генератор, индуктор, алюминий, титан. Ну да. Чем больше мы строим, тем... Ладно. Давай тогда, наверное, сюда кровать поставим. Ага, титан. Титан. И нужно будет сделать еще один кислородный баллон с вами. Потому что чем больше... Больше блоков мы ставим новых, тем меньше там кислорода. Хорошо. Значит, нужно будет какой-то один блок вообще чисто под кислород сделать, да? Так, мне нужен титан. Насколько я помню, у меня же есть титан. Титан, да. И что еще? Так, кислородный генератор, индуктор, алюминий. Индуктор. Что ты хочешь за индуктор? Индуктор, пластик, проволока, X2. Так, пластик, проволока. И пластик. Нет, не тут. Тут точно нету. Раз, два, все, есть. Хорошо. Пошли ставить. Наверное, придется поставить у нас где-то в комнатке, да, где мы спим. Потому что я же реально хочу правую сторону ставить себе для расширения. А потом, если что, идти просто вверх. Сейчас посмотрим. Так, дай сюда. Кровать. Блин, алюминий. Ладно. Слетаем еще. А, я тут кровать не могу, да, поставить? Вот тут могу. Куда мы? Слева, справа, справа, слева. Давай сюда. Есть, да? Все, отлично. Поспать теперь можем. И что нам не хватает? Не хватает нам с вами алюминия. Хорошо, ну... Этого добра у меня вроде тоже должно хватать. Давайте слетаем, посмотрим. Так, алюминий. Где-то вот тут он должен быть. Надо будет еще алюминия добыть, да? Потому что что-то у меня его... Вообще... Крохи остались. Угу. Да, нужно будет алюминий подрывать. Но алюминий в основном у меня на этих находится. На стероидах. Главное, чтобы дрель у меня с собой была целая. Мне нужно будет реально подобывать алюминия потом. Так, летим.
Так, давай. Оборотный генератор. Блин, либо сюда его поставить, либо там, где у нас есть. Ага, а я не могу, да, там ставить, я могу только здесь. Правильно я понимаю? Да, я правильно понимаю. Так, отсек сильно большой у нас. Блин, а что у нас здесь тогда ставится? Что я могу тебя тут поставить? Маленький шлюз. Блин, можешь брать его, разобрать. Хотя в любом случае он нам нужен будет, наверное. Значит, придется расширяться с вами вверх потом. А каким образом? Вот таким вот сейчас покажу. Нужно будет с вами сюда подняться, взять эту штуку. Вот такая вот труба. Тут сюда ставится труба. И сверху этой трубы, я так понимаю, потом мы сможем с вами еще... Так, ну давай я поставлю тебя. И потом мы сможем с вами еще поставить маленький блок металл X2. Ну, к примеру, средний блок вот такой вот, да? Я смогу тебя потом сюда поставить. Так, погоди. Нужно будет металл X2 найти. Так, может, где-то тут летает. Но вроде бы металл должен еще быть. Если я, конечно, не ошибаюсь. Сразу заодно проверить по поводу вот этих вот блоков. Смогу я его туда наверх поставить. Так, металл. Раз, два, есть. Сейчас пойдем с вами посмотрим. Побежали. По идее, это должно так работать. На верхний уровень и на нижний уровень потом можно просто будет кислорода наставить, чтобы нам хватило на все эти постройки. Так, малый жилой комплекс. А не, погоди, это ж... Это не этот, это не то я ставлю. Вот, средний технический, да? Во. Получается, вот таким вот образом. Как-то мы должны будем с вами его установить. Вроде бы как бы. Во, да, становится, да? Да, становится, смотри. Вот сюда можно будет потом установить еще блок один. Только, наверное, пока мы этого делать с вами не будем. Не вижу в этом смысла. Согласны? Так, а тут лестница. Что-то мешает. Ага, наверное, когда у нас с вами будет сверху блок, сможем потом по лестнице туда наверх заходить. Ну, в принципе, отлично. Я предлагаю немножечко поспать. Отдыхать. Спать немножко сейчас. Восстановим себе хпшку и полетим. Выполним пару заданий. А потом я сюда перетащу все вещи, посмотрю, подобываю без записи все материалы. Я думаю, нету смысла их записывать, как я это буду делать, согласны? Просто я буду летать от базы к этому к астероиду, от астероида до базы. Ну, то есть тут... Тут такое себе. Так что все. Это отлично, это хорошо. Сверху я жарю. Нужно будет потом еще такой один блок поставить. Если я сейчас поставлю, у меня кислород пропадет. А мне бы этого не хотелось. А потом можно будет туда опять электричество поставить и кислород. И потом так же самое и снизу. Вот мы тоже можем и вот таким образом расширить. Так же самое и здесь. Блин, там бластер был. Бластер шмастер. Не знаю, посмотрим, может, потом себе сделаем. Так, давай заходим сюда. Это наш чемоданчик. Все лишнее мы сюда убираем. Вот таким вот образом. Можно будет принести это, забрать. Так, титан не нужен, смола тоже. Строительство тоже нам не надо. Так, нет, не то. Да, да. Забираем. Аптечки, ножницы, эти штуки. Так, кислородный генератор. Давай, наверное, тоже возьмем. Хотя, в принципе, я пока не знаю,
Стоит ли его брать? Я думаю, пока мест нет, давай его здесь оставим. Все, нужно переодеть вот этот вот костюм. Этот мы оставляем пока мест здесь. Так, вроде бы все. Нет, не все. Нужно. Нужно понямать и попить. Все, по идее, нам этого должно хватить. Так, предлагаю садиться на наш мопед и поехали. Сейчас сначала проникнем в одно здание. Нам нужен как раз костюм вот этого военного. Потому что по-другому нас не пустят туда. Только нужно аккуратно, потому что там есть роботы, которые, во-первых, дубинкой нас бьют, а во-вторых, стреляют из бластеров. Блин, можно было сначала свой бластер сделать. Ну ладно, попробуем по стелсу сейчас пройти. Возможно, получится. Возможно, получится. Только единственное, что я сделаю, наверное, вот так вот сохранить. Давайте сохранимся на всякий пожарный. Если что, то с этого места и начнем. Потому что, если я знаю, сейчас опять начнется какой-то форс-мажор. Так, сейчас подлетим сюда. 700 метров. Потом нужно будет по низу пройти, чтобы нас не заметили. Блин, когда у тебя баллон на 200 секунд, это, конечно, круто. Потому что вот эти вот 30 секунд, когда я летал, вообще ни о чем. Хотя здесь можно будет и на 250, по-моему, сделать. Тогда это будет вообще шикарно. Так, что нужно? Я здесь оставляю свой байк. И потихоньку, чтобы меня тут не заметили. Нужно будет вот сюда и проникнуть. Пока у нас тут нету бластеров с вами. Так, тихонечко, проходим. Проходим, проходим, проходим. И вот сюда. Сейчас пополним запас. Так, давай, 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 давай. Хорошо, и нужно будет сюда его. Что у тебя за рожа, рядовой? Ты слишком умный? Два наряда вне очереди. Так, использовать курицу. Генерал, добро пожаловать, сэр. Есть, сэр. Генерал, все, сэр. Отлично. Генерал, стоит заметить, что роботы-привратники не могут состоять на службе, в связи с чем его реальная причастность к рядам вооруженных сил крайне сомнительна. Похоже, что его микросхемы залило спиртом при крушении. Так, отлично, давайте осмотримся. Еда, вода есть, хорошо, предлагаю сразу. Это съесть, чтобы не оставлять. И налево, и направо тут идет. Так, давай осмотримся. Могу что-то пройти? Да, могу. Шикарно. Тоже неплохо. Так, резина мне тоже нужна. Ага, тут закрыто. А тут у нас открыто. Идем смотреть. Так. Куда это мы идем с вами? Вижу аптечку. Металл нужен. Нет данных об устройстве ламп дневного света. Точнее, не было. Во. Теперь у нас будет в этом, как его, хотел сказать, в доме в нашем. Ну, можно так сказать, это нужен дом. Будут такие лампы. Это хорошая хорошо. Дверь. Спорим, вы ее не сломаете. Ключ карта охранная. Ага, ударить. А если я попробую тебя? А, могу ломать, да? В принципе, могу ломать. Зачем мне ключ карта охраны? Тем более, по идее, это булава. Булава должна выдержать. Блин, хорошо, что я нашел усиленную булаву, что я могу себе такое позволить.
шикарно. Сейчас мы туда сходим. Давай посмотрим, что здесь это у нас. Это же дешифратор. Мы можем узнать, какой информации. Странно. Это больше всего похоже на виртуальное общение слаборазвитых человеческих особей. Но при этом оно еще более бессвязно и не имеет никаких закономерностей. Зачем такая информация гробам? Без понятия. Так, ладно, пошли. Пошли смотреть. Тихонечко. Металл, металл, смола. Заходим. Так, заберу, заберу, потом выброшу, если что, изучить. Так, экспериментальные скафандры Кедр были доставлены на капитанский мостик. Похоже, что вы успешно проделали работу за этим Лисинским, уничтожив скафандры вместе с капитанским мостиком. Но по данной схеме можно попробовать создать аналог. Подробный план транспортного отсека. Разумеется, вы помните, что мои интеллект и обаяние вместе со всем нагрудным блоком должны быть перенесены в новый скафандр для его полноценной работы. То есть мы сможем с вами лучший скафандр, да, себе сделать? Так, сканировать, хорошо. Давай на двоечку. Так, малый транспортный отсек, отлично. А у нас есть, по-моему, большой, да, отсек? Похоже, что транспортный стенд для скафандра сломан, хотя починить его не составит труда. Во, и можем теперь стенды для скафандра себе делать, отлично. То есть можем теперь коллекционировать их. Ясненько, понятненько. Так, выпить, съесть. Выпить. Все, это ж больше нам не надо. Ничего здесь, вроде да. Так, отправляемся назад. Ну, вроде бы здесь все. Погоди. Это мы на выход? Или куда это мы? Просто не хочется пойти не туда. Так, отлично, то есть мы туда ходили, правильно я понимаю? Отсюда мы вышли. Ладно. Вот еще есть дверка. И потом нужно будет туда зайти. Так, что это у нас здесь? Взять, взять. Фотография. Ну, думаю, на фотки не нужны, да? Подробный план технического отсека. Так, план отсека. Большой технический отсек. Шикарно. Но это нам, в принципе, это не нужно, да? Так, а эту штуку я открыть не могу, да? И зайти тоже. Или могу? Так, отдыхать могу. Ну, у меня тут лишнее есть, давай. Зайдем это все. Резина пригодится. Я думаю, нам понадобится она. Так, отлично. Внутри ничего интересного, кроме устройства полозьев, выдвигающихся ящиков. Чего? Если попробовать перенести некоторые технологические особенности от этого древнего агрегата на современные сломанные катушечные магнитофоны, может получиться рабочий прототип или взрыв. Так, сканировать. Так, катушечный магнитофон, хорошо. А у нас есть ли с собой... Да, есть секатор. 5 штучек. Блин, надо добыть себе немножечко ткани, ребят. Так. А, инвентарь полон. Давай смотри, что мы выбросим с тобой, да? Тю-пу-тю-пу-тю-пу-тю. Ну, давай у тебя. Так, ты кто? Ключ-карта. Взять. Ага, мы добыли ключ-карту. Это, наверное, вот это вот... Наверное, вот это вот ключ-карта, которую мы ломали дверку там, да? Блин, тогда металл давай мы выбросим. И добудем тебя инвентарь полный. Да. Металл я добыть сумею с вами. А вот с тканью у нас всегда бывают проблемки. Записка, записка. Это нам нужно для аптечек. Так, смола, смола мне тоже нужно. Даже нет, а шею выкинуть. Ладно, ладно.
Так, инопланетянин и Катушкин. Ты кто? Смола, да, говоришь? Блин. Аж аптеки скинуть. Ну да, с одной стороны мне нужна аптечка. Давай ее заюзаем, эту возьмем. Все. Предлагаю отправляться домой. Сейчас выгрузится. Согласным. А потом отправиться еще на одно задание. Так, сейчас мне нужно, чтобы меня тут робот не заметил. Нужно будет вот сюда потом отправиться. Так, где наш транспорт? Никто не видит нашу бибику. Тихо. Ага, вижу бибику. Все. Не-не-не, отстань. Мы неплохо с вами здесь. Неплохо с вами здесь залутались и нашли много чего интересного. Так что предлагаю сейчас домой скинуть все это барахло, которое нам не нужно. И одену свой скафандр. Потому что военный защищает на 40 от радиации, а наш обычный защищает на 50. О, как раз сейчас посмотрим по поводу этого, как его, нового скафандра. Получится ли его сразу сделать, либо нужно будет еще искать какие-то компоненты к нему. Следует скафандр электрика. Хорошо. И нужно будет потом поделать для этих, для костюмов. Раз эти штуки гардеробом. Так, сейчас изначально сюда летим. На базу нету смысла, потому что у нас там ничего, ни чемоданов нету. И нету даже этих каких-то тумбочек, чтобы мы могли складывать что-то. А на пол бросать не хотелось бы. Потом лучше буду, когда переносить, разделю все по отсекам. Так, давай сюда. Выходим. Блин, надеюсь, мне топлива хватит загонять туда, куда я хотел загонять. Так, давай смотреть по поводу снаряжения. Скафандр. Кедр. Защита от радиации 125, а здесь у нас 50, вы видите. Так, алюминий, свинцовая краска, титан, рулон. Тю-пу-тю-пу-тю-пу-тю. Так, давай попробуем сначала с тобой сложить это все. Сколько мне рулона надо будет? Напомни-ка мне. Рулон 2. Не получится, у меня только тут ткани на один рулон. Значит, придется без вас это все делать, к сожалению. Давай тогда мы вот это вот все сложим. Все сложим, все лишнее. Так, забрать. Это мы одеваем. Жалко, нельзя разбирать, понимаешь? Вот эти все вещи, которые я сделал, разобрать их, к сожалению, я не могу. Блин, мне бы еще, наверное, одну ткань, да? Сейчас бы мне... А, вот, смотри, по идее мы сейчас... По идее мы сейчас сможем с вами сделать, а потом придется искать ткань где-то. Только не знаю, где мне искать ту ткань. Так, давай смотреть. Скафандр, ткань 2, да? Рулон 2. Так, ресурсы, рулон 1. 2. Дальше. Алюминий 4, свинцовая краска 4. Есть ли у нас тут свинцовая краска 4 штучки? Раз, два, три. Ага, погоди. Даже вот так вот. По идее, сейчас сделаем с вами. По идее, сейчас с вами все сделаем. Только перед тем, как делать, сохранимся, потому что я знаю. Вот этого вот робота сейчас по-любому какую-то хрень нам подсунет. Так, снаряжение. Алюминий 4, титан 2.
Алюминий титан. Где ты? Так, алюминий титан. Блин, неужели мне этого нету? Раз, два. Нету, да, не алюминия. Ага, вот алюминий есть. Дай посмотрим. Так, алюминий 4. У меня только 3 алюминия. У меня только 3 алюминия. Это вот плохо. Нужно будет сейчас посмотреть. Может, где-то на скале сейчас здесь будет. Так, 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 я не вижу. Короче, берем в руки дрель. Вот это сложить. Вот это вот тоже мне не надо. И давай полетели, поищем алюминия немножко. Так, где мы его поищем? Давай где-то здесь поищем. Так, здесь мы добыли. Это что у нас? Это у нас вода. Тоже вода. А вот и алюминий, ребят. Неплохо. Шикарно, блин. Ладно. Потом, когда буду переезжать в новое место, нужно будет еще потом добыть алюминия и сделать как раз этот, как его, дрель себе. Все. Полетели. Так, снаряжение могу. Скафандр, кедр могу. Только давайте мы сохранимся. На всякий пожарный, чтобы я зря потом не переделал это все. Есть, потому что у меня было со шлемом, вот этим вот, шлем в краске, понимаешь? Я сделал шлем в краске, защита от радиации 75, а я там вообще ничего не видел. Так, скафандр кедр, а ну. Новый костюм снизит активность ядра, но повысит ваше сопротивление радиации, что является равноценным. Почти. Все, шикарно, да? Из всего потенциала кедра вы смогли использовать лишь улучшенный материал для подкладки, но даже этого вполне достаточно для повышения шансов на выживание. Угу. Понизить радиацию 3,6, хорошо. Блин, возможно, надо сделать шлем вот этот вот. И тогда оно засчитается как 4/6. Так, стекло, краска, пластик. Давай посмотрим. Стекло, краска, пластик. Так, раз, два. И пластик где-то должен быть. Так, сейчас сделаем краску. Раз, два. Краска 4, ага. Окей. Не туда. А сюда. Сейчас посмотрим. Если получится понизить, то понизим. Ну, пусть будет на всякий пожарный. Если нет, то нет. Краска 4. Ну, а это что такое? Свинцовая краска? Или тебе просто краска нужна? Ага, возможно, просто краска, да? Сейчас давай посмотрим. Новый костюм не понизит активность ядра, но повысит ваше сопротивление радиации, что является равноценным. Почти. Так, погоди, я еще его не создал, да? Из всего потенциала кедра вы смогли использовать лишь улучшенный материал для подкладки, но даже этого вполне достаточно для повышения шансов на выживание. Так, 125, 50. Сюда, краска, краска, краска. Давай смотреть. Стекло, пластик.
Стекло. И пластик. Так, делаем опять, сохранится. И делаем вот так. Потому что если в прошлый раз не сохранился, я все потратил бы. Ну давай сделаем шлем. Так, 3-6 у нас было, да? А ну, одеваем. О, видишь, я вообще ничего не вижу. Уровень радиации гораздо ниже. Все отлично. Я буду помогать вам перемещаться. Летите влево. Точнее, вправо. В другое право, которое вверху. Ладно, это была плохая идея. Ну да, согласен. То есть, радиацию мы с вами не понизили, да, никаким образом? Ну да, тогда мы делаем вот так вот. Загрузить. И обратно все отправляем вот сюда. Так, все, это нам пока здесь ничего не нужно. Угу, нету места. Все, есть место. Так, ребят, я предлагаю, наверное, на этом серию закончить. В следующей мы с вами полетим. Запустим там эти, как его, снаряды по кораблю. Нужно будет его открыть и его потом залутать. И плюс я без записи сейчас, возможно, попереношу все туда. Посмотрю, полутаю еще, добуду себе меди. Нужно будет себе сделать это, как его, болгарку. А точнее, дрель. Чтобы могли мы фармить. Так, очищенный металл, батарейка, толщенная изолента. Ну, по-моему, эта штука у меня есть. Очищенный металл. Я же, по-моему, с собой приносил его, правильно? Либо я его оставил где-то. А, нет, есть. Очищенный металл, батарейка. Так, вон батарейка. И что еще? И изолента. Изолента я не помню. Ага, есть. Все. Так, инструмент, дрель. Шикарно. Так что жарю, я сейчас немножко пофармлю, а в следующей серии уже будем с вами дальше проходить нашу игрушку. Без вас я ничего тут как такового делать не буду. Ну, чтобы было интереснее. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом.